Управление социальной защиты – это одно из самых посещаемых мест города. Сюда ежедневно приходят сотни людей по самым разным вопросам. Риск заболеть гриппом у сотрудников увеличивается в разы. Поэтому вот уже несколько лет подряд весь коллектив ставит прививки. Социальные работники – это люди, которые работают на переднем крае и постоянно работают с людьми. Все специалисты. Поэтому для нас прививочная кампания всегда является важной. И, как правило, не принимают в ней участие только те сотрудники, у которых есть медицинские противопоказания. И практика вот нескольких лет мы анализировали, показывает, что мы ни один работник не заболел гриппом. Мы понимаем, что простудные заболевания, от них нет прививок, но вот такие серьезные заболевания, как грипп, которые опасны летальными исходами, у нас отсутствуют. Вакцинация сотрудников происходит прямо без отрыва от производства. Заранее подготовленные и согласованные списки существенно ускоряют процедуру. На работе учреждения визит никоим образом не сказывается. Перед уколом врачи внимательно осматривают пациентов на предмет отсутствия простудных заболеваний. На момент вакцинации не должно острой вирусной инфекции, обострения хронических заболеваний, температурящих больных. Вакцина, как правило, хорошо переносится, но первые 2-3 дня общая слабость, недомогание, как правило, если температурка, то небольших. Как правило, осложнений не бывает. Медики советуют не откладывать вакцинацию и сделать прививку от гриппа до конца октября. Ведь чтобы к заболеванию выработался стойкий иммунитет, необходимо как минимум 2-3 недели. А пик сезонной заболеваемости гриппом в этом году традиционно прогнозируется на декабрь-январь.